апреля состоялся визит делегации представителей Национальной ассамблеи Андалузии, Королевства Испании, в Крым. И вы принимали участие в этой встрече. Расскажите, какие вопросы были озвучены? Pensando en que vamos a atraer inversor, ¿verdad? El beneficio del inversor extranjero, ¿qué límite tiene para salir los beneficios? Вопросы были озвучены. К нам приехала в гости оппозиционная испанская партия, которая по своему, это южный регион, Андалузия, схожий с Крымом, главная туристическая отрасль у них тоже, то есть главная отрасль это тоже туризм. И аграрный сектор. И поэтому им было интересно два направления. Как у нас работает туризм и чем они нам могут помочь. И чем мы им сможем помочь, если они будут заходить к нам как инвесторы. И как работает наш агрокомплекс и как они могут сюда зайти как инвесторы. Ну, те же вопросы, что на экономическом форуме. Я думаю, что там мы продолжим с ними беседу. Это первое посещение европейской оппозиционной партии, которые приехали к нам в Крым. То есть это был такой взаимный обмен опытом. Да, между ЛТПР и Андалузской оппозиционной партией.